Վերներով սկսենք ու ավարտին հասնենք հորախորհուրդ մեր օրը։ 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին զանգը սեպտեմբերի 16-ին հնչեց ախալքալակի դպրոցներում։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես մեծ շուկով տեղի ունեցան դպրոցների բակերում առաջին զանգի տոնական արարողությունները։ Право поднять государственный флаг Грузии предоставляется ученику 12 А класса Оганесяну Карену. Дорогие ученики, уважаемые родители и любимые учителя! Мы приветствуем также наших уважаемых гостей, депутата парламента Грузии господина Энзела Макояна, мэра города господина Юрика Унаняна, председателя Сакрэбуло господина Наири Иритяна, а также заместителя мэра Армена Марангозяна и депутата Сакрэбуло Акопа Чахмахчана. Сегодня начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний. Пусть этот год будет добрым для всех, для тех, кто впервые переступает порог нашей школы, и для тех, кто приходит сюда уже не в первый раз. Добра всем участникам нашего праздника! Здравствуйте! Здравствуйте! Вместе мы снова! И школа к учебному году готова! На торжественную линейку, посвященную по празднику первого звонка, мы приглашаем наших первоклассников, их классных руководителей. Thank you.
Кахановна! Дорогие ученики, уважаемые коллеги, родители, наши гости, позвольте от всей души поздравить вас с Днем Знаний. Каждый год этот день мы отмечаем как удивительный праздник. Праздник возвращения к труду и познанию. Праздник творчества и вдохновения. Очень хочется особенно в этот день поприветствовать первоклассников, для которых этот день является самым волнительным и трогательным, который останется в памяти на всю жизнь. Итак, в нашу большую дружную семью сегодня вошли 85 первоклассников. Мои самые маленькие ученики, сегодня вы стоите на первой ступени к новой жизни и с гордостью зоветесь школьником. Именно в школе вы найдете своих первых друзей, получите много новых и интересных знаний. Хочу пожелать вам успехов в новой школьной жизни, дорогие мои первоклассники. Огромных успехов и не менее огромных сил хочется пожелать будущим выпускникам. Пусть последний школьный год станет для вас самым ярким и незабываемым, дорогие мои. Я с гордостью хочу отметить, что 47 учеников высоко несут звание ученик школы номер 2, имея по всем школьным дисциплинам только оценку 10. Мы особенно признательны за это нашим учителям. Дорогие коллеги, вы дарите свою любовь, являетесь во всем примером, помогаете постичь смысл жизни и счастья. Важная роль в процессе воспитания и обучения сохраняется также и за родителями. Дорогие родители, желаю всем, кто учится и учит, высоких личных достижений в образовании. Добро пожаловать в новый учебный год! Пусть впереди у вас будут новые планы, новые успехи и достижения. Без лишних фраз.
живет на земле для нас. Почетное право дать первый звонок 2019-2020 учебного года предоставляется первоклассникам Макоян Карине и Унянану Юре и ученикам 12 А класса Хремяну Карену и Мартиросян Офелии. Отпускаем в небо фейерверк шаров.